О, Путин, здорово! Здорово, как жизнь? Хуёво, блядь! А чё хуёво-то? Потому что у тебя лицо красивое. Нормальное лицо, лицо как лицо. Ты хочешь сказать, что это лицо? Да. А у тебя По-моему, это лицо? жопа. У тебя лицо? Нет. А что это? У меня физиономия, а у тебя знаешь что? Ну. У тебя жопа. Окей, а почему так грубо-то? Почему? Я же дружеский, я решил наладить отношения с Украиной через чат-рулетку. Ебать, ты что, в натуре обдолбился, ебать? Какие отношения, ебать тебе в рот? Ну, я хочу Зачем? снова выебать Стой, стой, Украину, короче. подожди. Вот если честно, вот со мной у тебя отношения не испорчены. Вот А, ну допустим, ты говоришь, от лица Путина. Но со своим-то народом, сука, разберись, нахуй ты налаживаешь с Украином, если у тебя, блядь, вот со своими нихуя не получается. да меня все любят, ты чё? Меня все обожают. Кто? Все. Кто? Все. Тому, кому ствол в голове представляют, Ну блядь. слушай, меня не любил один человек только. Я его и то чаем напоил недавно. И все нормально. Ага, каким? С ядом, блядь. Да. До свидания. Анимешник ебаный, блядь. Сам анимешник, я Путин. Господи, иди нахуй, умри, Сам блядь. нахуй иди. Это не тоже бомж. Ёб твою мать. Ляня, это этот Путин, да? Да. ВВ? Да. Ага, блядь. Он чтоб сейчас пришла тебя в квартиру служба и забрала тебя нахрен. Вот, кстати. Но я тебе хочу сказать то же самое, прям, един. Ебать. Приветствую. Наруто! Клевый микрофон. Спасибо большое. Че, стример? Да, нет, пока еще. А че микро такой крутой? Да скоро будут стримы, поэтому пришлось затариться на А, нормальный правильно. микрофон. По какой тематике будешь стримить? Да не знаю, наверное, либо чат-рулетку, либо может что-то с игр, не знаю, может CS-очку постримлю, хуй его знает. Ну, нормально, нормально. Ну что, Ну, удачи желаю. по стандарту, под Ну, стандарту, да. правильно, правильно. Желаю удачи, успехов в стримах. Спасибо большое, братан. Тебе то же Да. самое. Давай, Спасибо. пока. Thank you.
блядь, до слез нахуй просто. О, я чуть не сдох, пиздец просто. Ай, блядь, я аж заплакал со смеху, я чуть не сдох. Ай, блядь, какой он жесткий просто, господи. Я хуй знает что там, он может вообще меня не видел. А, блин, я чуть не умер, реально, ребят. А, сейчас, дайте я слезы вытру, смех, радости, слезы радости вытру. Фух, блин. Какая хуйня редкая. Блять, какой чувак же. Да я думаю, он меня просто не видел. Он, наверное, просто оставил чат-рулетку включенный и сидел, что-то делал.